Вы когда-нибудь хотели научиться порхать как бабочка, быть гибкой, изящной, как пантера и стать олимпийским чемпионом? Думаю, пришло время прославить наш Башкортостан не только с помощью хоккея. Мы всерьез беремся и за другой вид спорта. В Уфе открылся новый центр художественной гимнастики. Такого просторного зала для юных воспитанниц и тренеров в Уфе никогда не было. Этот центр в ближайшее время будет принимать республиканские и всероссийские соревнования. Что бы ты посоветовала новичкам в этой сфере? Чтобы они, когда выходили на ковер, они не волновались выступать, а наоборот, они кайфовали своим выступлением. Что должна уметь гимнастка? Самое главное, она должна уметь тянуть стопы и выразительно выступать. В этом центре будет создана база для сборной Башкортостана по художественной гимнастике. Представляете, на открытии даже была серебряная призерка Олимпиады в Рио-де-Жанейро Яна Кудрявцева. Какое у тебя любимое упражнение? Много какие есть. Ну, скажи, назови какое-нибудь одно. Колесо. Колесо. А ты давно научилась его делать? Не очень. Сложно было? Да. В Уфе и раньше были спортсменки по художественной гимнастике, но в ближайшее время их должно стать в разы больше. Почему ты ходишь на художественную гимнастику? Мне нравится заниматься. А что тебе конкретно нравится? Ну, мне нравится сидеть на шпагате, заниматься собрачем, мне все нравится. А сколько лет ты ходишь на шпагате? Наверное, 4. Здесь будут организованы мастер-классы выдающихся чемпионок. Тренеры центра очень долго выбирали зал, чтобы он соответствовал всем олимпийским требованиям. И вот он у нас есть. Осталось теперь завоевать награды. Чтобы добиться серьезных результатов в профессиональном спорте, нужно уже с детства активно заниматься. Такой красивый вид спорта требует не меньших усилий, чем какой-либо другой. Ставьте цели и вперед! Ксюша Яковлева, Розалия Тукаева, специально для Горы Новостей.